По горячим следам. Служебная собака задержала магазинного вора. Сигнал с тревожной кнопки в продуктовом магазине поступил в оперативно-дежурную службу Бобруйского отдела департамента охраны. Чтобы приехать на вызов наряду группы задержания, понадобилось меньше минуты. Продавец пояснила, неизвестный похитил из торгового зала продукты и бросился на утек. Служебная собака Айза сразу же взяла след злоумышленника и привела правоохранителей к грабителю. Им оказался неработающий ранее судимый местный житель. Мужчину задержали.